еще три гимнаста. Екатерина Орлова на брусьях. А, москвичка. Ну, давайте мы как-то на нам сегодня... Вот эта девочка, которую тренирует Елена Шевченко, старший тренер Москвы, она сама же олимпийская. Если я не путаю, сейчас я посмотрю. А Орлова у нас москвичка здесь. Да-да-да, это она, конечно. Потому что Лена Шевченко сейчас в данный момент является судьей на этих соревнованиях. Она и судья международной категории. Тренируется она в ЦСКА, в зале ЦСКА, и является представителем этого спортивного общества. Ах ты, чуть-чуть ее не скосила, да. Силенок еще не хватает. Да-да-да, вот она потеряла чуть-чуть направление в стоечке. А почему потеряла? Вот в поясничном отделе она немножко загнулась и не дотянула. Жалко, вот жалко. Только-только нам показали оценку Анны Павловой. 9,437. Ну, 9. Это самая высокая сегодня оценка. В общем, одна из самых высоких вообще на чемпионате России. Ну и самая высокая, естественно, на брусьях. На брусьях. Если вспомним, что впереди у нас еще Света Хоркина. И Наталья Зиганшина. И Зиганшина. Очень хорошая исполнительница у нас впереди. Так что брусья будут... Вся борьба впереди, да, понятно. Да, 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 да. Ну, то, ничего страшного для Орловой, что она потеряла. Но, в общем...